Всем привет, друзья, с вами Кеник, и сегодня мы отправимся на рейд и залутаем ящик. Ящик зараженный, наконец-то, я не знаю, какой, с какого раза, наверное, 17-й дискеты у меня попался, наконец-то, зараженный ящик. Но мои оправдания он, конечно, не впечатлил, потому что иногда бывает попроще и получше даже с сетами хотя бы. Ну вот, вот то, что я получил с этого ящика. Скарб, бензин, аптечки, медные слитки и одни штаны. Ладно, я хоть с сихами, как бы, это плюс, но тем не менее, как бы, бывало и лучше. Ну, две пластины, как бы, это тоже плюс. Хорошо. Может, в дальнейшем будет что-нибудь прикольнее. Были ли у вас такие ящики вообще были? Сколько у вас было? Пишите свои комментарии. А мы пока отправимся на рейд. Рейдить будем чувака. Сейчас пока не знаю какого. Точнее, я знаю, соврал, но я просто какой-то там плавер не особо я заметил. Какой он там плавер, так, сихи, бензин. Бензин может выложить. Ну ладно, тем не менее. Поехали. Пускай будет. Заводи мотор. Что будет в дальнейшем рейде, будем только смотреть вместе с вами. Давно не было рейдов, тем не менее. Поехали. Поехали, расправимся. Расправимся с каким-нибудь чуваком, который грозно нападет меня обратно. Плавер 8741. Так, энергия есть, да, подбежим на халяву, подбежим. С собой взял обычный стандарт рэмбол, набор, покоцанную катану, свой глок, без дополнительных модов, потому что глушитель мне дает очередное преимущество. Плауэр 8741, что ж ты себе представляешь? Покажись, покажись, дружок, накажись, отдай мне свой весь стоповский лут. Я надеюсь, точнее, блин, держу кресты. Сейчас в последнее время какие-то пошли нормальные рейды, но тем не менее, иногда бывают огорчения. Так, ага, морковка, братан, любит делиться. Ну ладно, тоже спасибо. Что, голая база? Без С4, что ли, база будет? Ой, глушитель стоит. Хм, я его так называю. Банки, блин, прям так, какой глушитель. Да, рейд будет у нас без С4. Это хорошо, потому что сихи капец какие-то у меня стали жестко. А зачем мне морковка? Жестко вообще какие-то подучие, так бы сказал. Так, ну что, наверное, через дверь зайдем. Или давайте как в еврея, вот тут зайду. Я надеюсь, там лево ничего не рублю. Опа, опа, чё? Ладно, промазал. Добиваем все сразу. Три, да, три удара сделаю. Дальше. Дальше. Начинаем масить. И пока почистим зомби. Давайте, пацаны, ложимся, все. Два прыжка сделал, но не через глушитель этот. Ой. А, хорошо, я тут подобивал, короче. Топор. Топор, да, ну ладно, давай. Ну что здесь больше брать? Ну кожу. Топор возьму твой халявный. Мы его, если что, сломаем. Что дальше? О, карточки заберу, потому что у меня какой-то напряг. Забыл бункер один раз. Залутать металл, дубы, доски, морковку давай сюда, зеленый у меня вполне, доски давай сюда, хочу посмотреть, что там дальше было, так, это тоже фуфлица, тут вообще пустое идеально, ладно, пока здесь самое топовское, это какие-то металлолом, металлоломанный рейд, что ли, или что это такое, так, сихи у меня здесь лежат, сюда добавим вот так, карточку добавим, добавим металл, халявный металл, всегда плюс. Это, конечно, да. Ладно, продолжаем. Что там у нас еще есть? С пацанами надо побазарить. Так, вот эти все ящики я уже, короче, зачекал. Ну, блин, здесь такого прям достойного, но я ничего не вижу. Кирка как бы не особо нужна. Ну, блин, ну возьму доски на всякий случай, пускай будет, если прям вообще прискорбно будет. Если что, поменяем. Хорошо, хорошо, у нас еще получается 2-4 ящика.
Давайте начнем с этих. Три удара сделаем тут. Три удара сделаем тут. Побегаем туда-сюда. Добиваем. Добиваем. Опять же добиваем. И добиваем. 83%. Сейчас мы пацанов порешаем пока. One moment. Люблю бегать туда-сюда. При этом всем сохраняя все абсолютно. Потратил только одну аптечку. Ой. Привет. Привет. Ты прям какой-то барон морковный. Что тут, кролик живет какой-то или что это? Микросхема, давай, она тебе не надо. Батарейки тоже жизненно необходимы. С них очень прокает хорошо медь. Блин, ну ты серьезно. Бензин, бензин, бензин. Уже как бы плюс. Ну ладно, можно, короче, что сделать? Можно еще раз умереть. И прийти еще раз сюда, хотя бы за ресурсами, правильно? Морковки. Морковки можно похавать, отхилиться, потом опять забрать. Ну, вот такой вот я жадный буду. Так, посмотрим, что там дальше. Наверное, у меня чоппер уже полон. Но я хочу в чоппер выложить, наверное, больше огнестрел. Да. Все, умираем. Сейчас мы быстренько обколеть. Обнимемся с колями. Все как обычно. Тын-тын-тын-тын. И прибежим еще сюда за один раз. Клоур 8741 оказался не таким уж классным. Так, бенз я выложил, как я думал, но тем не менее, как бы, он ресурсный рейд, я бы так его назвал. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше, как обернется наше обстоятельство. Ну, я думаю, там еще, может, дубы какие-нибудь лежат. Точнее, я на это надеюсь. Но надеяться, как бы, это тоже хорошая штука. Так, подбежим, выложу ресурсы. Так, вот это. Можно и аптеку. Вот бензин. Вот этот бензин мы зальем. Это сюда. Карточку, микросхему тоже сюда. Это сюда. Это сюда. И вот это сюда. Да, это, наверное, такие жизненно необходимые вещи. Хорошо. Так, что ж тут еще может быть? Что такое еще можно разбить? Надо подытожить вообще то, что... Так, давай сюда, отдавай все мне. Я хавать хочу, забери свои бутылки. Так, подытожить, подытожить. Что здесь? Этот металл мне не нужен. Здесь что? Краска, ключи не надо. Здесь что? Пропуски тоже мне не надо. Ай, ну что, ну болты может взять. Что тут такое прям за ленту возьму? Как всегда. Вот это можно взять. Нечаянно ударил. Шум поднялся, ну блин. Ладно, хрен с ним. Будем пробовать. Так, что здесь? Ты выбираешь что там? Вот так вот смотри. Самый пустой ящик, наверное, самый вкусный, да? Так. Ну, здесь, ну, металл, блин, ну, я не знаю. Доски. Все, что плохо лежит, можно забирать. И что здесь можно разбить? Я думаю, что можно разбить печь. Вот так. Хренович, конечно. В печи ничего не было. Еще одну можно печь разбить. И здесь нифига не было. Так что, ребят, еще один вот этот шанс остался. Дубы. Прокачивать громилу мы не будем. Все, здесь нифига нету. Под спринтом выбегаем. Короче, ну, такой, так себе рейд. Короче, стоит, не стоит бить печи,
Не стоит. Ну, хотя это просто проверка, чтобы все знали. Все, ребят, вот такой вот небольшой рейдик Flower 8741. По-моему, так, если я не забыл. Да, 8741. Короче, ну, рейд так себе. На троечку. Только ресурсы подфармил. Все. С вами был Кенни, как всегда. До новых рейдов. Чао, какао.